четверг в Самарской области пасмурно, будет идти снег, днем -2, -4 градуса, ночью -1, +1. Ветер юго-западный 3-5, порывы до 11 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега. В светлое время суток -1, в темное +1 градус. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем -2, ночью 0 градусов, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег, днем -3 градуса, ночью -1, юго-западный ветер, скорость 5 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.